По прибытию пожарных подразделений было установлено, что происходит возгорание в цехе. По предварительной информации, по производству легковоспламеняющихся жидкостей. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. По прибытию первого пассажирского подразделения был объявлен пожар ранг номер 2. Происходит горение разлива ОС «Кривита». Угрозы распространения на соседние здания нет. В 11 часов 35 минут пожар был ликвидирован на площади 300 квадратных метров. Огнеборцам удалось не допустить распространения огня по всей площади здания. Подразделения работают по второму рангу. 40 человек личного состава и 13 единиц техники. Во время тушения было спасено 2 человека, один из которых госпитализирован. Эвакуировано 30 человек. Причины пожара и ущерб устанавливаются. Олеся Котровская, телекомпания «Город».